Актуальную информацию о матчах данного турнира вы можете найти на официальном сайте Московской Федерации Футбола и в наших аккаунтах популярных социальных сетей. Все матчи первенства Москвы обслуживаются судьями Московской коллегии. Алексей Рязанов.
Номер 18, Артемий Румба. Номер 22, Михаил Николаев. Номер 69, Денис Обухов. Состав команды «Авангард» был гораздо. Номер 1, Георгий Морозов. Номер 5, Константин Тарамыко. Номер 7, Александр Кэштон. Номер 11, Максим Левин. Номер 18, Николай Шлыков. Номер 20, Кирилл Завьялов. Номер 21, Михаил Федоренко. Номер 23, Евгений Москаленко. Номер 28, Кирилл Кукаев. Номер 37, Георгий Кукаев. Номер 40, Сергей Хаман. Браво!
Михаил Михаилев. Быстрее! Кал с тобой, едем, Кал! С тобой!
Давай, беги! Хорош, хорош! Отсай!
тогда его, так! Thank you.
он убегает! Вот так.
Yeah.
Когда они выводили
в Сочах вот, получилось так, что они тренировались, а тогда был отборочный Россия, с кем-то играл, с Венгрией, по-моему. Вот. И они в Сочах выводили как раз нашу команду. Мелкие такие, такие мелкие. Вот. Кто-то из родителей вспомнил там. Да играли-то неплохо. Но Леша мяч обходил дорогой. Посмотрите, вот, причем он был в таких местах красных, куда тут мяч закинул. Я слышал, я и Вячеслава еще слышал, и вот это вот слышал. Вячеслав в сторону ушел и где-то в стороне кричал. Вот. А этот прям под камеру орал. И потом еще динамовские там орали тоже. Леша потом один там Он играл как раз в втором составе вместе с ним, и там, ну как вдруг, ну не очень. Я удивился, что он здесь, даже в запасе. Thank you.
команде «Интер». Вместо номера 13 командир Быковой играет номер 3 Денис Кулешов. Вместо номера 14 Алексея Рязанова играет номер 5 Виктор Плотчихин. Замена в команде «Авангард». Вместо номера 1 Георгия Морозова играет номер 31 Алексей Киров. Подъехал. Подъехал. Руками выносит. Поднимай, открой!
Я не собрал. Что такое? Сахар.
Сейчас сколько времени? Заранее.
А вот 21.02. Еще успевает. Давай, давай, сейчас поплывем. 25 полчаса еще. Что, куда у тебя полчаса? Куда есть, Серега? А тут с Ленинградского? Да. А ты отсюда сразу в машину на Ленинградский, да? Да. Здесь рядом. Это куда? Такси. А куда вы едете? А ближе. На просмотр? Тогда мы тоже. У них класс выехал, а он не поехал в класс. На игру остался. На пора на просмотр надо ехать в Питер. Я хотел пошутить. Я тебе телефончик скину, там подойдешь. Недавно их оттуда, главный тренеришка просматривал, Комбаров фамилия. А, Вадик приехал, Комбару представит. Тренировки провел. Тренеры на поле одно говорят, они парни делают другое. И с трибуны там тренеры, кто проверяющий, парни, вы все правильно делаете. Молодцы, типа, вы все правильно делаете, не слушайте. Давай! Давай!
Валя!
Да, поднимай! Влад, куда ты ушел? Ты в центре ставишь! Валера! Валера! Давай, Дамир! Давай, Дамир!
Гол забил номер 17, Дамир Галеев. Быстрее! Быстрее!
Вот они, мы когда с Тушиной играли, сюда приехали. Они надо
Ну, если хотите. Осталась одна игра.